GLM-ка Cross. Вот отломалось крепление зеркала. Вот так это все должно быть. Вот тут пошла трещина, и оно отломалось. Вот само зеркало. Вот, необходимо поменять вот этот треугольничек. Но он отдельно не продается, он продается только в сборе. Мы купили вот зеркало. Теперь надо поменять треугольничек. Сейчас пробуем добраться до вот этих винтов, которые здесь, не снимая всю, весь пластик с двери. Сняли только вот этот треугольничек. Как сняли? Вот две защелочки. Раз, два. Вот они. А тут сняли, получается, мы вытащили. Вот так. Вытащили ее, а тут в сторону так подвинули. И получается вот это крепление. Вот это крепление. С этой андапки в сторону слезло, и все. И сейчас доберемся, будем открутим вот эти винты. Дальше открутили два болта. Вот здесь один болт и вот здесь. С матюками, конечно, долезли торцевым ключом, рожковым, но, в общем, открутили. И вот тут находится третий болт, вот здесь. Для этого мы вытащили тут андапку. Андапка вот такая. Вот она. Андапку вытащили. И вот так оттянули пластик. И сюда подлезли торцевым ключом. Вот сюда подлезли торцевым ключом. Для того, чтобы гайку не потерять туда, не уронить, то литола сюда в торцевой ключ. И вот сюда мы вот так откручивали, в общем, отсюда. Вот у нас поломанный этот треугольник. Он это здесь с уплотнительной резинкой. Новая продавалась без уплотнительной резинки. Я вот это все сюда поставлю. Но здесь зеркало не крашеное, а здесь же родное крашеное, но все целое. Все. Хотим поставить назад крашеное зеркало. Для этого открутили здесь вот эти три винта. Открутили здесь. Но фишка на том зеркале не дает вытащить, вот вылезти отсюда. Сняли фишечку. Вот, очень легко снимается фишечка. Одной рукой тянется, другой рукой за проводок настраивайся. А другой рукой на телефон снимаю не сильно. А тут язычок поднажать. И все, фишечку вытащили. И записали, где какие провода. Соответственно, сейчас поставим зеркало на место. Под вот это тоже разберем аналогично. Вот эти три винта. Фишечки снимем, вытащим, и этот треугольник поставим уже на крашеное, на родное зеркало. И фишечку поставим назад. Вот разбираем новое купленное с целым треугольником. Раскрутили, и теперь спокойно снимаем. Вот. Все, убираем белое отсюда. И теперь у нас будет вот поломанное крепление. Мы его снимем. И поставим сюда назад. Поставим назад целый треугольник вот сюда. Все, и поставим уже родное зеркало, и которое красить не надо. Вот у нас получилось старое зеркало с новым треугольником. С целым. Чуть-чуть щель тут у родного не было. Вот. Ну и сейчас резинку поставим и будем мучиться назад прикручивать. А, и фишечку надо назад. Вот, и фишечку назад сейчас поставим. То есть вставляешь вот сюда. Ну как, и вот этим язычком оно будет держаться. Блин, не видно. На телефон снимаю. Вот. Зеркало готово к установке. Вот наложили резиновую накладку. Фишечку поставили на место. Теперь просунем сюда фишечку. Вот. Оп. Оп. Так. Сюда болты. Ой, винты вставим. Получается. Вот. Посадочные места. Три. Есть. Вот у нас получается вот такая картина. Раз, два, и вот сюда вот третий.
Вот. Закрутим их. Я вот этот, не знаю, будем с матюками, наверное, закручивать. Ну, то как? Эти как? Три закрутим. Фишку подсоединяем. Потом поставим вот так пластик на место, вдавим. Андапочку вот сюда, вот что я показывал. Самое главное, и потом... Да, и потом вот этот с динамиком накладку. Сюда накидали литого, вставляем гайку, вставили, наживили, полоборота сделали, ключ убрал. Все, теперь можно пальцами свободно докрутить, а потом ключом нажать, ну, дожать. И зато гаечка не упала в двери. Чтобы вот эту панель снять, вот сверху вот тут вот такие защелки, вот. Вот, и мы их сейчас на место поставим, уже когда собирать будем, вот они. А потом андапкой здесь придавим. Вот эти защелки, они между вот этим пластиком и ребром металла. Вот, туда их надо выгнуть, одну, вторую. И потом посадить. О, теперь она села. Все, осталось вот эту сюда андапочку. И потом вот, вот сюда. И потом вот две защелочки. И вот этим крючочком. Да, и вот этим крючочком мы вот так насядем, подвинем на андапочку, на вот эту белую. Вытащили из места, иначе по-другому не поставишь. Сейчас мы ее сюда поставим. Вот. Не видно мне в телефон. Это что надо снимать или не то. Сюда в посадочное место 2. Андапочку. Все. Все. Легкий щелк. И все на месте. Дверь в сборе. Крепление на зеркало на месте. Зеркало держится. Эй. Все. Можно ехать. Снимали на телефон, так что если что, что-то некачественно, извините. И честно признаюсь, снимали, делали это первый раз.